Спустя два дня после происшествия первый подъезд дома на Гагарина входит в привычный жизненный ритм. Только вот стены в копоти, окна битые, отопления нет до сих пор. Жители сами пытаются хоть как-то привести двери квартир в божеский вид. Резину вот сделал муж, а то щели вот такие, перекосила дверь. Все же в квартиру к нам все шло. Дверь вообще была невозможная. Я ее еле-еле, хоть маленько помыла, она горячая еще. О возмещении ущерба нужно спрашивать виновников трагедии, пока пожарные дознаватели их не называют. Да и удастся ли получить компенсацию с них – большой вопрос. В этой ситуации на помощь жителям пришла их управляющая компания «Дом Плюс». Мы своих не бросаем, беда общая, будем помогать как можем. Мы самостоятельно, за свой счет, понимая горе людей, общую беду, выходим с понедельника, начинаем работать. Сегодня восстановят отопление. С понедельника, по заверению коммунальщиков, здесь начнут работать плотники и маляры. Они побелят стены, перекрасят ступени и перила, сменят оконные рамы и восстановят остекление. Правда, жители спасибо говорить не спешат. Мол, и так большие суммы на ремонт и содержание жилья платят. Но идею восстановить подъезд, само собой, поддерживают. Ведь неизвестно, сколько бы денег и времени ушло, если бы за работу они взялись своими силами. Почему пенсионеры? Какие наши силы? Нет у нас сил пенсионеров. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интер ТВ.